Александр Гирьяцкий, сегодня, значит, 7 августа 2018 года. Вот. Я Александр Кирьяцкий, сегодня в Берне нахожусь. Прошел, значит, комиссию с Министерством миграции. Одни говорят, что им все время все присылают. Все мои письма, я говорю, ну а что мне делать? Я обманывать не буду. Я обманывать не хочу. А то, что мне приписывают, это... Ну, то есть, я говорю, почему те же самые требования, что ко мне, не были для Полонского, для Иосифа Бродского? Я говорю, если я, допустим, мне не дадут, я попрошу статус беженца в России. В России сделаю все возможное, чтобы написать научную работу о беженцах 40-х, о беженцах 70-х, 80-х годов. О том, что им в них видели то, чего не было. А сейчас в упор не видят то, что есть. Я показал свои стихотворения на французском, они ничего против не стали говорить. Но говорю, вот я повторить судьбу этого Сергея Александровича Шумилова не хочу. Если вот Шумилов попросил, жил среди бомжей, алкашей, они писались ночью после морфия, под себя ходили. Он все это нюхал с 43-го года, человек пожилой тогда, 67 лет было. Ну, 68-69, он с палочкой ходил. Я говорю, такого не хочу, зачем? И потом уже нигде статус беженца не попросишь. И через год депортируют. Зачем это нужно? Это ужасно. И поэтому я попросил в Швейцарии, и то, что в Испании, вот... А еще спросили, вот насчет профессоров выгнали, говорю, за то, что за это германское дело сфальсифицированное. Выгнали Фредерико де Бизоне, руководителя докторантуры по философии. Выгнали, значит, ему все часы отобрали, в саботический отпуск отправили. Без оплаты этих часов на год. Вот. А Доминика Бейера за то, что... Но историю он меня зачислить пытался. Середины года отправили, с поста скинули. Вот, и... Ну, я говорю, в Испании, показал письма в Испании, рекомендательные письма, что я... Они меня зачисляют докторат, всех трех профессоров, двух, значит, одного, значит, декана отправили в саботический отпуск, одного на пенсию отправили, который мне помогал, а другому пригрозили так, что он очень-очень испугался. В Испании, где, в общем, тяжело найти работу, потерять последнее, в общем-то, место такое престижное в университете Саламанки. И поэтому отказался быть моим руководителем, говорю. На основе германского дела. Так мне посоветовали в Испании ехать в Швейцарию, потому что Швейцария единственная страна, где есть шанс на справедливость, добиться признания, добиться правды. А они руками разводят. Ничего не записали, абсолютно. То есть, как будто я это не говорю. Говорят, зачем вот этот спектакль, для чего? А не для чего. Судьба, я говорю. Вот одному человеку судьба фартит, и он счастливый. Другой человек, вот я молодой, да, но несчастливый, все у меня прахом идет. Вот думает, что рассмотреть, что лучше, вот быть молодым, таким вот, как я, бомж вечный, враг народа, политзек. Они как будто не слышат, что я политзек. Я говорю, 20 лет почти, 19 лет вот так жить. Я говорю, имею право и на психические стрессы, и на шизофрению, и на морщины, и на лысину, и на седину, и на седые волосы, и на все что угодно, и на склероз. Вот у меня этого нету, просто это чудо, что нету склероза. А так, я на все имею право. Ничего не записали. Ну вот, только что приехал, вот здесь вот красоту эту покажу. Ну и все. На видео запишу, чтобы у меня был Берн швейцарский. Сейчас ездил в посольство российское, через калитку с консулом поговорил, он говорит, ситуация сложная, говорит, интересно, говорит, послать ему на консульство Берна. Господи, дай Бог, говорю вам спасибо, дай Бог вам здоровья. Дай Бог этому человеку, Россия – это надежда наша, говорю, а гражданин России, я говорю, нет, я гражданин Узбекистана, ну, Советский Союз, это другая страна, говорю, ну, наша общая родина, советская родина, говорю. Я себе так думал, говорю, я раньше против Советского Союза боролся, говорю. А, кстати, я там им рассказал, много рассказал. Ну, я не думаю, что... Я им сказал, вот если вы честные люди, вы мне напишите реально. Но я понял, что это
Все, что я говорил, это вот душу изливать людям, которые идут и растопчут тебя. Причем они такие богатые, такие зажравшиеся, они даже не понимают, что я тоже человек. И что они не ассоциируют даже то, что мы в одном мире живем, одним воздухом дышим. А для них я вот совершенно, это вообще насекомое какое-то, муха там, что, ее надо заманить в ловушку, и это прихлопнуть, вот. А я взял и не подписал. Ну зачем я буду обман подписывать? Мне это не нужно, обман подписывать. Вообще бессмысленно такая, жизнь проходит, вот. Вот Иосифу Бродскому жизнь сделали только за то, чтобы уничтожить Россию, только чтобы его, чтобы он гадости написать. Вот какая Россия плохая. Вот и Иосифа Бродского, Петра Павленского. Он, как они, это в Советском Союзе, в России притесняют художника. Свобода, да какая свобода, никакой свободы быть не может. Свобода. Я говорю, давайте я свободно запишу все, что я вам отвечаю. Ваше лица не будет видно. Нет, нельзя. А почему нельзя? Вот нельзя и все. Вот такая можно нельзя. Вот так. Может, и правда будет, а правду им не нужно. Ну вот, день снова прошел. Так, день за днем. Все идет. Я говорю, а чтобы не нервничать, я говорю. Вот вы говорите, что... А я, чтобы не нервничать, стараюсь ни о чем не думать. А они перевели так, что написали, что... Я вообще говорю, что я ни о чем думать не хочу. Что я вообще не думаю по жизни. Иду и ничего не думаю. Не говорю и отвечаю то, что не думаю. То есть они искажают, извращают так, что... А говорю, зачем тогда беженцев берете? Это еще доказывает еще раз, очередной раз, что беженцы вам нужны только для исламизации Европы. Как требует Обама и американцы требуют, да выполняете. Вот и все. Здесь собака зарыта. Вон центральный Берн. Сейчас выйду. Оно может и не записаться, потому что я записываю. И вот так жизнь проходит, так 19 лет. А с другой стороны, я говорю, я боюсь в Россию вернуться, потому что я уже многое забыл. После радиоактивной квартиры у меня провал в памяти начинается. Я боюсь забыть все. Они... То есть, кажется, что ты открываешь душу людям, а на самом деле эти люди в тебя плюют. Но я говорю, а почему такие же стандарты, как ко мне, недопустимы для Бродского, Павленского, других раскрученных иммигрантов? Бродский, ну, ума хватило немножко, чтобы ничего не поджечь, ничего не устроить, как Павленский. А Павленский ума не хватило. Он думал, что он бог здесь, в Европе, во Франции. Ну и вот обжегся. А боги, они сами. У них чуть-чуть их, что-то прижмешь их, и все, они тебе... Я говорю, вот-вот Бутину посадили, говорю. Бутину. А за что ее посадили, говорю, в Соединенных Штатах? На нее какое-то дело до этого было? Не было. Вот все годы училась. А вдруг взяли и внезапно посадили в тюрьму. Я говорю, меня в Израиль точно так же возьмут, да посадят, припишут, черт знает что. И 15 лет тюрьмы, говорю. А почему не тот человек, который нужен? Они же с Бутина сумели провернуть, а со мной спокойно провернут. Растопчут, и даже никто не заметит. Вот. Я все консулу сказал, он говорит, я ему должен написать все. Я напишу, у меня все сделано. Если они прочтут, если вообще дойдет еще до этого, по почте надо будет послать, распечатайте, по почте пошлем. Консульство России. Жизнь проходит, просто страшно ехать куда, неизвестно куда, черти знает куда. Это обидно. Неужели все-таки, я же все-таки здесь столько лет. Неужели справедливость не восторжествует? Но вообще какая справедливость? Я понял, что, ну а для чего вообще, для чего все это нужно? Это какая-то дебильность человеческая. По-настоящему дебильность, по-другому не назвать это все. Италию чем-то напоминает, Флоренцию. Вот.
Ну так, ничего особенного, просто устал. Я говорю, я беру то, что мне дают. Ну, говорю, ну вот, попади я сюда в 82-м году, мне бы все дали, и Нобелевскую премию раскрутили бы, и стали бы видеть того, чего не было. Вот. А все это какая-то высшая цивилизация записывает и анализирует, что такое человек, что такое сущность человеческая, что такое демократия, что такое справедливость. Я говорю, вот тоталитарное государство, чем от демократических отличается? В тоталитарном государстве правительство там, царя, бога там, избранного, властителя не трогаешь, тебя никто не трогает. А в демократическом государстве ты никого не трогаешь, просто хочешь жить по каким-то маленьким правилам. Вот тебя берут и шельмуют, топчут, как меня. Не слышат в упор, не замечают. Вот это определение нынешнего демократического государства. Вот. А я, чтобы как можно больше лет прошло, чтобы я состарился, чтобы я посидел. Я говорю, действительно, когда-нибудь я состарюсь, когда-нибудь посидею, когда-нибудь абсолютно оглупею, отупею. Стану дебилом, абсолютно не соображающим ничего. Вот к чему ведет эта дорога жизни. Вот. Ну и все, вот это и есть Берн, я говорю, больше я снимать не хочу. Александр Кирьяцкий, сегодня, значит, 7 августа 2018 года.